Алло, здрасте. Я слушаю вас. Здрасте, это мегафон? Я вас слушаю. Девушка, можно задать вам вопрос? Говорите. Кутахсер ты. Это мне мелодия... Я хотел насчет гудка узнать. Что именно? Ну, я хочу песню татарскую. Знаете какую? Звоните по номеру 0770. А вы мне... Нет, я хочу свою. Свою мелодию вы не поставите. Вот такую, послушайте, девушка. Узым блякит каюлар, ма-ма-ма-ма, кони-кони-кони-кони, ами-ами-ами-ам, юк ми бутан булет узы, ами-ами-ами-ам. Девушка. Нормально. Девушка. Девушка, ну вы не смейтесь, девушка. Нормальная песня, что ли? Я вас слушаю. Вы не смейтесь, как это нормально, я сразу записал эту песню. А ужин с таким. Алло. Можно подключить его? Вот это можно на гудок записать, эту песню? Вы не сможете записать песню, ту, которую вы лично поставили. Не, вот смотрите, девушка, вы слушаете? Вы по-татарски понимаете? Понимаем. А как вас зовут? Султанат. Как? Султанат. Султанат? Да. Меня Абдрахыблан. Алло, Султанат. Я слушаю вас. Вот вы слушаете и запоминаете, ладно? Рэп, у! У земля китка юлар, ма-ма-ма-ма, хори-хори-хори, хори-ами-ами-ами-ау, юк ми бутан булет узы, ами-ами-ами-ау, йо, кытаси на койта, толар, ма-ма-ма, у-ху, ху-ху, у! Вот, вы не можете записать песню, а, пожалуйста? Алло? Я слышал до конца записи. Султана? Алло, девушка? Алло? Алло, девушка? Мы уверены, что вы поете на татарском языке. Вот, слушайте еще раз. Усэм бэля китка юлар, ма-ма-ма. Не, нормально ты, девушка? Алло, девушка?